Здравствуйте, здравствуйте всем, друзья мои! Приветствую всех на своем канале «Жизнь на юге Англии». Меня зовут Галина, если кто не знает, и я живу 13 лет в Англии. Почему я представилась, друзья? Потому что я вижу, что у меня много новых подписчиков, опять за месяц более 700 человек. Welcome на мой канал, друзья! Я рада видеть вас всех. Я извиняюсь за мой долгий перерыв, который длился у нас почти неделю. Сегодня у нас понедельник, 18 сентября 2023 года. Прекрасная погода, вы видите, шикарная осень. Ну и сегодня у меня для вас еще одно видео об английской недвижимости, друзья. Вы знаете, я хочу сказать, что, возможно, даже я и зря сняла вам это видео, показать еще один кусочек вот от нового дома, который мы с вами уже смотрели. Переоборудованный отель на побережье города Райт. На побережье пролива Соланд. С нами был хозяин этих апартаментов, который показал одну из шикарных квартир, одну из четырех. И вот сегодня он опять пригласил меня и сказал, может быть, кто-нибудь хочет посмотреть еще дешевле, у меня есть что предложить. И давайте мы с вами посмотрим. Но здесь сразу предупреждаю, недостроенная квартира. Самая тут угловая она, из-за того, что здесь уже такой шикарной мебели нет, такой шикарной кухни, дизайн совсем немножко другой, попроще. Вот давайте мы сейчас с вами все это посмотрим, и я вам скажу, что предполагается эта квартира по площади. Вот кухня, пожалуйста, давайте посмотрим внимательно. На мой взгляд, шикарная кухня, точно так же. Может быть, даже может эта кухня кому-то больше понравится, нежели та с островом посредине, совсем другим. Здесь вот опять вид прекрасный на патио и на садики. Вот как она декорирована. Прекрасные столешницы под мрамор. Все здесь тоже современное, новое установлены. Плиты, духовые шкафы и, ну и фридж, фризер, холодильник, конечно же. Но вот, к сожалению, видите, здесь не настолько шикарная мебель, чтобы нам сразу начать восхищаться. Но понимаете ли, вот видите, недострой, конечно, здесь. Приходится подниматься. Вот здесь показывает нам хозяин новую очередную ванную комнату с душевой кабиной. Все современно. Опять же, тачебл зеркало. Очень удобное. Вот, так что я хочу сказать. По площади она, эта квартира, точно такая же. В том же самом месте, вы видите, да? 4 этажа, гараж, 3 больших балкона. Но стоимость у нее, вы знаете, получается 1 450 000 фунтов. То есть на 200 тысяч фунтов дешевле. Это очень большая разница. 200 тысяч фунтов – это, в общем-то, цена хорошего бангало даже в Англии. То есть вот смотрите, насколько дешевле эта квартира. Ну, давайте мы посмотрим. Здесь, к сожалению, лифта уже нет. Ну вот из-за того, что здесь она немножко попроще, она и стоит меньше на 200 тысяч. Вот нам показывают еще одну спальню. Большая, красивая, открывающиеся двери на небольшие патио и балкон. Такой вот вид. Это вид задний двор, скажем так.
Здесь еще опять басрум, ванная комната. По-другому немного выглядит. Каждая ванная комната по-разному выглядит, но тоже все очень прекрасно. И еще один этаж. Давайте посмотрим. И на каждом этаже, как вы видите, большая, огромная спальня и отдельная большая ванная комната. Здесь опять ванная комната с душевой кабиной. Очень все современно, легко, удобно и симпатично. И вот еще одна спальня с балкончиком. Спальня на каждом этаже. Здесь точно так же по планировке 4 спальни. Но вот здесь на один, я так понимаю, балкон меньше. Это utility room, он показывает, для хранения всяких вещей бытовых. И вот еще одна большая спальня. И здесь уже есть балкончик. Давайте посмотрим и балкончик тоже с прекрасным видом на море. Вот такой вот вид. И вот мы видим туда дальше балкончик другой квартиры, которую мы с вами уже посмотрели. Те, кто не видел, вам видео всплывет вверху, друзья. Очередная ванная комната. Смотрим. Декорирована с душевой кабиной. Немного по-другому. И пошли еще на один этаж выше. Еще одну спальню мы смотрим. Огромную. Но вы знаете, получается, что они друг на друга похожи, без мебели совершенно. Неинтересно смотреть голые стены, что мы здесь можем понять, практически ничего. Вот нам показывают еще много кладовок подсобных здесь. Сейчас, кстати, покажет мне хозяин огромную кладовку. Вы знаете, даже вот, посмотрите, это дрессинг-рум, наверное, все-таки. И вот размеры его, обратите внимание, 2 на 3 вот этой дрессинг-рум. А вспомните, друзья, я показывала вам 2 на 3 в малюсеньких апартаментах. Это предполагалось как спальня. Вот, пожалуйста, да, как интересно. А здесь это всего лишь навсего 2 на 3 дрессинг-рум. Ну, конечно же, и цена другая. Все зависит от вашего бюджета. Очередная ванная комната. Давайте смотреть. По-моему, здесь тоже душевая кабина, да. Современная душевая кабина. Сколько мы уже с вами посмотрели, я запуталась, друзья. Но это уже последний, 4-й этаж, как вы понимаете. Вот здесь также огромный балкон. Мы с вами видели в первой квартире он был оборудован столиками, зонтиками и прекрасный вид. Ну и последнее, что я хочу вам показать, мы спускаемся вниз в полуподвальный этаж, но здесь полностью еще все недостроено, видите, еще стоят материалы строительные. Предполагается ванная комната гостевая, возможно, просто туалет. Здесь предполагается огромная территория для тренажеров с большим зеркалом. Однотипно, видите, здесь опять же кухня небольшая. Так, и здесь сейчас мы, по-моему, с вами посмотрим еще бойлерную, да, вот. Огромная бойлерная отдельно. Кто
кто-то все спорил со мной, что бойлеры друг по-другому выглядят. Вот вам бойлер. По-английски называется так, и это бойлерная комната. Отопительные приборы. Ну вот, внизу выход в садик. Патио и садик мы видели сверху с балконов. Вот так это выглядит здесь. И еще там гаражи, которые я вам не показала. Ну, видите, вот получилось как-то так не очень, да? Хотя квартира однотипная. И вы понимаете, о чем я сказала в начале. Возможно, даже я зря ее вам и показала. Но так как я уже договорилась, и человек пришел показать мне ее, поэтому я сделала очередную съемку. Я думаю, что для вас, может быть, это тоже будет интересно посмотреть. И еще раз обращаю ваше внимание, что эта квартира, когда ее достроят, и она точно так же будет мебелирована, возможно, мебель попроще, но так или иначе, она стоит 1 450 000 фунтов стерлингов, то есть на 200 тысяч дешевле, чем та квартира, которую я показывала вам в начале. Welcome, друзья, кто желает покупать, еще осталось. Осталась только одна вот эта квартира. Три квартиры уже купили, чем, в общем-то, меня как-то удивили даже, скажем так, потому что, ну, на мой взгляд, можно, конечно, было бы найти квартиру за такие деньги, может быть, даже подешевле, получше, может быть, даже дом можно было купить. Но каждому свое, как говорится. Здесь в основном люди платят за удобство, за вид, за расположение. Прекрасно тоже знаете, все зависит от этого. Цена другая, если вы покупаете квартиру даже в той же Москве, в центре, да, с прекрасным видом, и где-нибудь там на Выселках, цена будет отличаться в разы. Ну вот так, друзья, сегодня у меня с вами такая была экскурсия еще по одной шикарной квартире. У нас, вы знаете, проливные дожди уже третий день, грозы страшные, хотя температура держится плюс 20, что, в общем-то, тоже и неплохо. И видите, иногда даже и чистое небо, и солнышко выглядывает. Поэтому и настроение чудесное, и все прекрасно. Я хочу, чтобы у всех у нас было именно так. Друзья, может быть, кто-то желает что-то обсудить на моем канале, может быть, кто-то желает какую-то тему новую поднять, или хотите что-то еще посмотреть, желаете какой-то рассказ от меня услышать, пожалуйста, пишите ваши комментарии. Я всегда с вами на связи. Желаю вам всего доброго, еще увидимся, всем здоровья, всем добра, берегите, пожалуйста, себя в это трудное время. Всем пока-пока! Thank you.